Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гости» с Зурабом Вали. И я нахожусь в 40 километрах к северу от Тбилиси, где среди гор на реке Араби расположено живописнейшее Женвальское водохранилище. Оно простирается аж на 14 километров, а глубина озера 75 метров. Долгие годы Женвальская ЕС обеспечивала столицу Грузии электроэнергией. А недалеко отсюда, буквально в 12 километрах, на берегу Женвальского водохранилища расположена средневековая крепость Ананури, о которой мы хотели бы вам сегодня рассказать. Благословенная земля, тут крепость с башнями стоит, как нос большого корабля вдаль по течению глядит. Есть в Грузии места, которые к себе притягивают невероятным духом величия. И одно из таких мест – это крепость Ананури. Это крепость – прекрасно сохранившееся сооружение поздней феодальной эпохи Грузии. Некогда резиденция арахских князей Эристави. Замок носил и важное стратегическое значение главного форпоста на пути к Северному Кавказу. Кто только не нападал на Ананури, и турки, и персы, и лезгины, но крепость выстояла, и сегодня это любимое место посещения многочисленных туристов. Из Филиппин приехали посмотреть на эту красоту. Местные жители, конечно же, рассказывают множество легенд, связанных с крепостью Ананури. У непобедимого бастиона, к сожалению, были и трагические страницы. В 1739 году шла очень жесточайшая междоусобная война между хсанскими и арабскими эриставами. Хсанские войска подошли к крепости Ананури, окружили и предложили сдаться защитникам этого бастиона. Однако те не захотели сложить оружие. Когда войска хсанского эристава ворвались все-таки на территорию крепости, то они уничтожили защитников, разграбили церкви, а сын аракского эристава Утрут вместе с супругой и двумя детьми укрылись в этой башне, которая называется Шеуповар или Неустрашимая. Нападавшие заложили вход и подожгли башню. И только спустя 200 лет, в 1939 году, во время проведения на территории комплекса реставрационных работ, вход был открыт, и там обнаружили и следы копоти, и человеческие останки.
На фасадной части церкви Успения мы можем прочитать, кто, когда, на какие средства возводил эту красивейшую церковь. И выясняется, что она построена в конце 17 века на средства местного феодала Бардима Эристави, а строил ее грузинский архитектор Кайхосро Бахсарашвили. На стене мы можем увидеть так называемое древо желания. Это такая стилизация виноградной лозы, естественно, очень почитаемой в Грузии. Интересен вход в сам храм, который выполнен в таком восточном стиле с соответствующим орнаментом. Это объясняется тем, что тогда, в средние века, Грузия находилась под влиянием различных культур. Самое интересное, что первым официальным туристом в Ананури был классик русской литературы Александр Сергеевич Пушкин, который побывал здесь в 1829 году. Во всяком случае, на этом настаивают местные гиды. Тут же недалеко от замка Ананури в одноименном ресторане можно отведать популярный для этого высокогорного региона душети блюдо. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что мы находимся в Ананури, и су-шеф ресторана с таким же названием, уважаемый Гела Чинчараули, приготовит специально для вас несколько фирменных блюд, характерных для этого края Грузии. И какие батоны, Гела, мы приготовим? Сегодня мы приготовим характерное для нашего региона блюдо хинкали. Хинкали. Которое известно, по-моему, по всей бывшей бывших республик Советского Союза. Хинкали знают все, но вы не знаете главного секрета, чем же местная хинкали отличается от остальных разновидностей этого потрясающе вкусного блюда. И чем же, батон Гела? Отличается тем, что, понимаете ли, как наши предки готовили его, тогда не было мясорубки, не ничего было такого, никаких приспособлений. Так они брали мясо и просто его шинковали. Чем? Кинжалом. Кинжалом шинковали, друзья мои. Так конечно, вот время кинжалов ушло, так сказать, в прошлое. И сейчас у нас хорошие фирменные ножи одной очень известной компании, не буду ее называть. Давайте покажем нашим телезрителям, как же можно нашинковать мясо, не имея дома мясорубки. Вот так. Вот практически готово. Да, вот так шинковали раньше, да. И так шинкуют до сих пор здесь, в этом регионе Грузии. И вот это главная особенность. И плюс то, что не кладут зелень. Да, для сохранения вкусового качества используем только одну травку. Это корни, корни от кинзы. Ага, они придают большую сочность. Да, обязательно. Дают пикантность. Пикантность. И самое главное в хинкали, это, естественно, тот ароматный соус, который присутствует внутри хинкали. Обязательно. Без этого не бывает. Он пряный, и потому что мы чуть-чуть туда еще и перчик потом добавим. Да? Сейчас я вам покажу, что там. Давайте, показывайте. Вот.
Берется, то есть именно корень. Обязательно корень, а не стручки. Не-не, так. Берется лук. Давайте. Режется очень мелко. Так. Чтобы его не видно было в мясо. Ага. Очень-очень-очень мелко. Так, нашинковали мелко-мелко наш лучок. Так, дальше. Положили его в мясо. Так, мясо. Ну так, один... Порция 50 на 50? Не-не-не, меньше, очень меньше. Где-то 70 на 30. 70 на 30. Прекрасно. Подругела, а вот мясо мы берем только телятину, ни с чем не смешиваем. Ни с чем, ничего. Только телятина должна быть обязательно вот ближе к грудинке, потому что сок дает немножко жирности, которая присутствует в этой области. Вот оно в чем дело. То есть мы используем только телятину, ни с чем не смешиваем. Хотя в некоторых других хинкалях используют и чуть-чуть свинину тоже смешивают. Да, можно. А вот, скажем, для того, чтобы пригласить домой гостей и приготовить, скажем так, штук 40 хинкалей, сколько нам мяса понадобится? Килограмм мяса. Килограмм телятины. На 40 хинкалей, таких здоровых хороших, понадобится килограмм телятины. Телятины. Да. И к этому обязательно 250, максимум 300 грамм лука, лучка репчатого. Ну, грамм 10, не больше, корни кинзы. Да. Который дает пикантность. Угу. В обязательном порядке. Красный, да? Да. Молотый. Красный, не молотый перец. Дается только дробленый перец, называется. Перец. Да, это не молотый. То есть это важно. Внимание. Соль. Ага. Конечно. Посоль. Угу. И практически все. Ну чуть-чуть добавляется у нас еще дзира, называется. Зира. Приправа. Зира. Такая, зира по-русски. Зира. Она выделяет такой своеобразный вкус. Грузины обожают всевозможные специи, дорогие друзья. Ну, там что-то неудивительно. Славится только приправами. Приправами, да. С множеством приправ. Вот и самый главный секрет, который я хочу, чтобы вы объяснили нашим телезрителям. Как добиться, чтобы хинкали были сочные, много ароматного сока внутри было. Вот это я вам сейчас покажу. Покажите. Ну, давайте. Вот есть у нас готовый фарш. Давайте. В первую очередь добавляем соль. Так. Добавляем наш нашинкованный мелко лук. Угу. Добавляем. Вот я могу от себя тоже добавить. Внести свою лепту. Спасибо, спасибо. Добавляем корни кинзы. Так. Добавляем дробленый перец. Красный перец. И немножко, совсем немножко дзыры. Так. Совсем немножко дзыры. Ага. Добавляем воду. Так. Столько, сколько впитает мясо. Вы сейчас вот по процессу все это увидите. Вот смотрите, как она сейчас начнет впитывать. Угу. В мясе вода исчезла. Значит, она впиталась. Можем наливать столько, чтобы вода накрывала мясо полностью. Таким образом, мясо будет сочным. Сочным и... Выпустит потом эту жидкость. Стало больше. Видите, на глазах мясо стало больше. Все. Фарш практически готов. Отлично, отлично. А как мы будем эти хинкали готовить? Мы же должны показать. Да. Вот это, когда говорят, 12 складочек должно быть на хинкали. Это правда? 12 должно быть? 19 вообще-то примета. 19 даже? 19, да. Классический хинкали. Итак, уважаемый Гелатин Чараули покажет все 19 складочек, сделанные своими руками. Ну-ка, показывайте быстро. Берем тесто обычное. Так. Только тесто надо обрабатывать очень долго, чтобы оно было очень... В смысле обрабатывать, что вы имеете? Надо его давить, очень долго давить, давить, чтобы оно стало тугое такое. Угу. Упругое. Упругое тесто, да. Это тесто обыкновенное, да. Тесто. Первого сорта, не высшего. Берется это тесто. Угу. Мука. Так. Обрабатываем и раскатываем. А тесто предварительно удержали в холодильнике или сразу приготовили? Нет, в холодильнике ни в коем случае, потому что тесто оно стареет. Надо, чтобы тесто чуть-чуть отдохнуло, хотя бы полчаса, чтобы полежало тесто, и оно как-то пришло, дошло. Дошло тесто. Надо раскатать, чтобы оно как листик стал. Кстати, была очень интересная история, когда Никита Сергеевич Хрущев приехал в Тбилиси, первый раз его пригласили в грузинский ресторан и подали хинкали. А грузины, когда едят хинкали, то хвостики оставляют на тарелке. И Хрущев, когда увидел обилие этих хвостиков, которые лежали на тарелках, он сказал: «А это, говорит, почему вы не едите? А это, говорит, мы, говорит, выбрасываем». После этого Хрущев запретил поставлять
в большом объеме белую муку в Грузию и резко сократим ее количество. Вот такая реальная история. Теперь берем наш готовый фарш, в центре раскатанного теста и начинаем заворачивать. Вот как мы заворачиваем? Красота. Красота – это вообще шедевр. В кипящую воду опускаем. Так. И я, например, как уже, не скажу, что профессионал, но уже по цвету вижу, когда он уже сварится. Ага. Когда вода закипит, 7-8 минут надо, чтобы он изнутри выпустил, проварился, выпустил сок обязательно. Без сока хинкали – это не хинкали. И обязательно, чтобы мука сварилась достаточно. Если вы решите, что вы хотите стать профессионалом приготовления хинкали, то вот су-шеф заведения, уважаемый Гела, вас научит. Приезжайте, не пожалеете. И теперь второе блюдо, дорогие друзья, которое готовится только здесь. И называется оно... Пхлована. Пхлована. Это запеканка. И готовится оно из каких ингредиентов? Ну, в первую очередь, конечно, мука. Мука? Но это не самое главное. Не, не самое главное, конечно. Но это запеканка в муке. Да. Обязательно присутствуют листья, свекольные листья. Свекольные листья. Первый ингредиент. Ну и добавляется... приправы: кинза, укроп, молодой лук, молодой лук, обязательно сыр какой? Ну, чуть-чуть такой сулгуни. Ближе к сулгуни. Да. Пхлована – это запеканка, которая, может быть, внешне она напоминает хачапури, но на самом деле начинка абсолютно иная, потому что здесь у нас свекольные листья, в первую очередь. Да. Ну что ж, начнем. Да. Начинаем мы с зелени, да? Да, берем молодые листья свеклы. Свеклы. Так. Нарезаем, не очень мелко. Не очень. Вот таким образом. Так. Нарезаем. Вот давайте скажем, сколько нам понадобится свекольных листьев на одну запеканку? Мы берем такие пучки. Небольшой такой пучок, чтобы оно было такой пищенькое. Да. Берется кинза. Ну, куда без кинзы в грузинском блюде? Тоже, смотрите, пучок. Так. Режется. Но уже мелко. Более мелко, да? Да. Угу. И вы мне рассказывали, что эта запеканка готовится на глиняных таких специальных сковородах, которые называются кетси. Да. А почему многие грузинские блюда готовят именно на глиняной посуде? Что придает эта глиняная посуда этим блюдам? Натуральный вкус. Натуральный вкус. В первую очередь, обязательно. Натуральный вкус не перегорает ни в коем случае. И никакого масла не надо? Нет, не надо. На сухую. На сухую готовится. И во многих грузинских семьях, я уже в Тбилиси, не только в Тбилиси, особенно в деревнях, везде хранят глиняную посуду. Да, да. Как традиция. Как традиция, да. Наш зеленый лучок подрезали туда же. Очередь. И посыпали через сыр. Сыр. Не очень, наверное, соленый, да? Нет, совершенно не соленый. Угу. То есть и такой... Солим обязательно. Все это дело солим. И фактически наша начинка готова. Все, замешиваем, чтобы она была однородная. Вот. Добавляем чуть-чуть, можно даже оливкового масла. Оливкового масла. Придает очень такой пикантный вкус. Но это тоже вот именно здесь, в этом регионе, крестьяне готовили. Только у нас. Подозреваю, что оливковое масло они не использовали. Нет, можно, конечно. А что они тогда использовали? Раньше. Можно и кукурузное, можно и подсолнечное. Подсолнечное обязательно, масло. Обязательно, подсолнечное масло. Можно технологии идут вперед, и сегодня уже используют. Можно топленое масло делать. Топленое масло, Нет проблем тоже. Да. Отлично. Не испортится.
теперь мы раскатаем тесто начнем готовить нашу запеканку под названием пхлована. От слова пхали. Пхали, вы знаете, что это такое? Это такая травяная холодная закуска. Очень часто туда кладут грецкий орех. Мелкомолотый. Да. В данном случае мы не используем грецкий орех, но зато у нас очень насыщенный такой букет всевозможных трав, алдов, зеленого лука и сыра сулгуни. Ну, здесь не такое тесто, как на хингали. Да, ближе такое, как хачапури. Мягкое, очень мягкое. Обыкновенное дрожжевое тесто, да, Матоно Гера? С добавлением с масла. С маслом. То есть это тоже тесто, которое мы используем, когда готовим хачапури. Да, грузинский хачапури. Отлично. Ну, тогда вообще никаких проблем. Все это тесто прекрасно знают. Тесто готово. Кладем нашу начинку. Да. Тоже вот так в центр положим. И начинаем то же самое процесс, что на хинкали, только это чуть-чуть пообъемнее, да, и заворачиваем. Вот просто оно, так. В чем дело. Заворачиваем. Точно такие же складки. Угу. Тоже 19? Нет, ну это не имеет значения. Сколько получится. Вот оно потихоньку закрывается. Все, закрыли. Мешочек такой у нас получился, да? Насыпаем муку, переворачиваем и расправляем. Нужно раскатать чуть-чуть. И на нашу глиняную сковороду, которая называется кетси, да? Да. Так. Вот она практически готова. Все готово для того, чтобы приготовить пхлована, травяную запеканку. И буквально через несколько минут, когда все будет готово, друзья мои, мы вам покажем. Можно намазать яичным желтком для цвета. Для цвета, да. Но не для вкуса. Нет, ни в коем случае. Ну, придает такой желтизну, такой... Но не обязательно. Не обязательно. Поэтому это уже решать после вам. После приготовления можно намазать топленым маслом. Очень вкусно. То есть это уже зависит от любителя, кому больше нравится. Хорошо. Огромное спасибо вам, Батону Гела, за интересный рассказ, за то, что рассказали нам о том, как... делаются местные хинкали, которые отличаются от остальных других хинкали. И об этом уникальном, очень редком блюде, как пхлована. И очень вкусном. И очень вкусном. Я пробовал, гарантирую. Который готовится именно в этом регионе Грузии, Душети. На фоне этого потрясающего, по своему великолепию, Аракского ущелья я просто вынужден с вами попрощаться. Ну а вы, друзья мои, приезжайте в Ананури, не пожалеете за вас.